Полное описание и точка выхода 11-12 серии сериала «Варяги». 11-12 серии сериала выйдут на НТВ 30 сентября. В новых сериях мы увидим, как варяги продолжают поиски монеты чипа Куваева и выходят у уголовника, который его изготовил. Выясняется, что за Куваевым следила машина, за рулем которой был некий Пятаков. Его арестовывают. Сажен приходит к Малахову, чтобы его отмазать. А после его ухода в кабинете находят прослушивающее устройство. Теперь варяги могут передавать Сажену любимую информацию. Собирая улики, варяги выходят на торговца медицинским оборудованием Филимонова. Его помощником оказывается Дьяков, укравший монету чип. Его задерживают. Во время допроса варяги выясняют место, где прячется Филимонов. На допросе он рассказывает, что Куваев помогал провозить товары через границу, но в схему вмешался шантажист, и она рухнула. Куваев остался должен деньги Филимонову. Варяги решают спровоцировать Сажина на действие и обсуждают в своей комнате, где спрячут Пятакова. Малахов выясняет, что в телефоне Дианы стоит прослушка. Ее муж знал все тайны Куваева. Варяги пускаются на его поиски и арестовывают в Москве вместе с деньгами. Хасанов передает варягам флешку с записью разговора Сажина и мэра. Малахова в этом деле смущает все. Пятаков признается Шадрину, что история с наркотрафиком и убийством Синельникова – подстава Сажина. Варяги делают свой ход. Проезжая мимо гостиницы, Шадрин замечает знакомую машину с латышскими номерами. Узнав у администратора, где живет Ирма, Шадрин идет в ее номер и получает удар по голове. 11-12 серии сериала выйдут в эфир 30 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.